сосков загрязнены вредными бактериями. Особенно отверстие для сосков очень чувствительно к входу микроб, эта часть должна быть чистой. Проведенные исследования показали, что мытье сосков только водой не является защитой мастита. Нечистые соски загрязняют молоко и вызывают мастит. Очистка сосков перед доением не только очищает соски, но и гарантирует получение чистого молока. Содержит провитамин В5, способствует увеличению надоя, предотвращает раздражение сосков, не оставляет следов в молоке. Продукт мазь Синтифом может поставляться в упаковках по 1,5-20 литров. Мазь Хербакила. Дезинфицирующие средства широкого спектра дезактивируют бактерии, которые способствуют мастит, где в скором времени их убивают. Он защищает сосок от внешних воздействий, обеспечивая механическую защиту барьерным слоем. Он смягчает и увлажняет кожу с наличием глицерина. Сущность японского мяты – дезинфицирующие средства широкого спектра действия. Бактерии в течение короткого времени, чтобы нейтрализовать. Ниппель обеспечивает защиту от механических эффектов с создаваемой ею пленкой в начале. После каждого доения залейте чашку с дезинфицирующим средством и окуните соски в эту бутылку. Будьте уверены, что корова стоит на месте после выполнения не менее 15 минут не отпускает животных, если погода очень холодная, не выводите на улицу в течение 15 минут. Продукт Мазь Хербакила может поставляться в упаковках по 1,5-20 литров. Мазь Айобар Тишидин. Это постмолочное погружное дезинфицирующее средство, содержащее 5,5% активного йода, который за короткое время быстро и эффективно убивает все бактерии и грибы, которые вызывают мастит. Мазь Лабар обогащен глицерином, чтобы предотвратить целостность кожи сосками. Предотвратить раздражение. После использования он образует барьер путем сушки в соске. Без смешивания с водой после каждого доения окуните соски в дезинфицирующее средство. Продукт Мазь Лабар может поставляться в упаковках по 1,5-20 литров. Мазь Минаш. Это концентрат для окунания сосков после доения на основе йода. Предотвращает образование мастита. Поскольку это бактерицидный продукт, защищает соски и вымя коровы, таким способом увеличивая выход и качество молока. Продукт Мазь Минаш может поставляться в упаковках по 20 литров. Айомин Д Плас. Концентрат для погружения сосков перед доением. В препарате присутствуют йод, глицерин и пенообразующий ионоген. Пенообразователь неионогенный гарантирует, что продукт остается подвешен на груди. Благодаря своему химическому составу, который сохраняет гибкость сосков животного с его химическим составом, который удерживает сосок мягким, делает соски животного гибкими и очищает их перед доением. Он прост в использовании, безопасен и экономичен благодаря использованию пены, которая используется непосредственно и без разбавления с помощью окунания. Из-за того, что это бактерицидный продукт, защищает здоровье сосков у молочного животного. Продукт Айомин Д Плас может поставляться в упаковке по 2,20 литров.